В твоей жизни есть много хорошего, и порой ты просто пробегаешь мимо этого хорошего. Если можно на секундочку задержаться, замедлиться и понять, да, вот, вот здесь у меня сейчас классно. Это дает силы дальше двигаться. Я ресторатор Зина Авштейн, и я в проекте «Тверь Тим». У меня вся семья врачей и все мои друзья. Я всегда думала, что я буду врачом. И в целом я где-то внутри врачом и остаюсь по сей день. Я видела себя именно оперирующим офтальмологом. Я хотела делать операции на сетчатке. Я участвовала в неделях моды в Москве. Я участвовала в разных съемках. Это было круто, мне это очень нравилось. Скорее было хобби, но в какой-то момент это стало приносить и определенный заработок. И параллельно меня как раз очень сильно увлекло кондитерское искусство. Все началось с того, что я нашла ВКонтакте какой-то рецепт торта, какие-то графские развалины или что-то такое. Сделала папе на день рождения. Все там восприняли это на ура. Нигде в России я не научилась делать такой круассан, которым я бы гордилась. Но мой выбор пал на школу Ленотар, потому что это одна из старейших, самых уважаемых гастрономических школ в Европе. Я попала на курс к шефу, который обладает титулом «Лучший пекарь Франции». Он дает всего 2 курса в год. Те рецептуры, которые я узнала там, мы повторяем сейчас изо дня в день уже 3 года. Бонвиль, если переводить дословно с французского, это будет хороший город. Мы решили, что мы такой город в городе. То есть ты открываешь двери нашего ресторана, и ты попадаешь уже куда-то в другое место. В место, где всегда тепло, уютно, где пахнет вкусной выпечкой, где аромат кофе витает. Все хотят простых и понятных подач, всем хочется чистых вкусов. Люди стали разбираться в том, что кладут им в тарелку. Мне, правда, нравится вот каждый день моей жизни, как я его провожу. Просто это счастье. Не знаю, больше никакого секрета нет.